Добрый день, дорогие друзья! Ресурсы. Тема этого небольшого видеорассуждения. Поводом послужили беседа с людьми, которые убежденно все соглашаются с тем, что Россия самая богатая страна в мире по ресурсам. И я не был согласен с таким утверждением. Почему? Потому что ресурсы, они бывают разными. Есть природные ресурсы, и да, по ним Россия одна из богатейших стран мира. Но есть человеческие ресурсы, по которым Россия находится на 9-м месте в мире. И кроме природных и людских ресурсов, существуют и другие ресурсы, о которых необходимо всегда рассуждать и знать. Дело в том, что французское слово «ресурс» означают средства, запасы, резервы, ценности, возможности. И, как я уже сказал, по земельным это лидерство, по человеческим 9-е место в мире со 146 миллионами населения. Семейные ресурсы, ведь люди, они тоже бывают не одинокими, да? И когда в стране 65% разводов, то это говорит о негативной тенденции. Ценность человеческая – это снижение трудовых ресурсов в России. И это происходит. По продолжительности жизни мужчины 67 лет, а женщины 77 лет, Россия занимает 123 место в мире. И поэтому ресурсы продолжительности жизни людей, они в негативном поясе. 53 место из 56 стран в мире по здравоохранению – это негативное состояние ресурсов в здравоохранении. Значит, негативные тенденции там преобладают. 61 место по уровню жизни в мире – это тоже негативная тенденция. И, к сожалению, это происходит, потому что почти треть населения России, я имею в виду сейчас не детского населения, а взрослого населения, находится за чертой бедности. И бедности мы говорим сейчас не только материальной, но и духовной бедности. Потому что болезни одиночества, разводы – это следствие больших потерь в духовной сфере. Итак, ресурсы есть. Есть ресурсы ограниченные, а есть ресурсы, которые находятся в ослабляющем состоянии. И поэтому рассуждать о ресурсах нельзя только как о территории. Ведь страна – это люди, проживающие на территории определенной. Поэтому рассуждать всегда надо и о природных, и о человеческих, и о финансовых, и о военных, и о духовных ресурсах. И ресурсы, понятие, оно емкое, и об этом нельзя забывать. Порассуждать об этом желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.